Приветствую, уважаемые, меня зовут Эндрю Браун, вы попали на канал «Путь режиссера». Сегодня в рамках темы операторского искусства мы с вами поговорим о съемке с рук, или так называемом handheld. Также затронем движение камеры. Начнем с того, что вот вы видите на мне простой сетап, это, как правило, типичный фотограф, турист, который фоткает достопримечательности. Но сегодня в рамках этого сюжета мы с вами рассмотрим, как эту систему применяют видеомейкеры. Итак, движение камеры существует простые, обычные, понятные. Это вперед, назад, влево или вправо, вверх и вниз. Это типичное движение, которое используется как на слайдерах, на стедикамах, на операторских кранах и в съемке с рук. Просто здесь они несколько модернизированы. Это значит, что движение вперед может быть немножко диагонально, движение вверх-вниз может содержать такие вот вещи, такие движения. Это все модификации, которые позволяют делать только handheld. И сегодня мы разберемся, как с этим работать. В первую очередь нужно иметь такой ремень. Понятное дело, что сейчас есть камеры с внутренней стабилизацией, вы можете работать чисто без ремня, но этому нужно еще научиться, нужна практика. Как наработать навык? Это ремень. Вы должны его выставить так, как это будет вам удобно, в длине ваших рук. Это не должно быть где-то тут, а максимально близко к корпусу, для того, чтобы у вас была правильная развесовка. Вам нужно стать правильно. Это значит, что неровные ноги вы стали, вот работаете так. Это значит, вы развесовались примерно как боксер для ударной позиции. Вы с одной ноги на другую перемещаетесь таким образом и получаете, естественно, лучший результат. Руки ваши не держатся вот так судорожно за камеру, а расслаблены, спокойны. Вы натянуты, вы поддерживаете камеру, вы даете ей движение. Вот, вы работаете плавно, красиво. Если это касается каких-то внутрикадровых переходов, которые вы хотите сделать, какие-то вжухи, популярные транзишны, которые вы качаете с интернета и накладываете на ролик, то вы можете подумать и сделать это прямо на съемочной площадке. Допустим, бармен наливает какую-нибудь жидкость, вы можете с кадра крупного выехать на средний и дальше двинуться. Либо наехать на него и дальше сделать внутрикадровый переход и также вернуться, создать внутреннюю склейку на монтаже. Если вам нужно, допустим, снять что-то снизу, вы перехватываете ремень, устанавливаетесь в такое положение, у вас камера максимально при вас, и вы можете делать такие манипуляции, делать съемочку снизу, делать low angle, так называемый. В чем плюсы вообще в принципе handheld? То, что все, что вам нужно под рукой, вы можете использовать как внешний монитор, так и внутренний, вот так, таким образом работать. Используя фокусное расстояние и регулировку фокуса, вы можете прям вот так, двумя руками, все это делать одновременно и мониторить. Это избавляет вас от дополнительной покупки или аренды техники, фокус-пуллера там и серьезных вещей. Вы можете это делать в одиночку, все красиво, хорошо. Видите, камера при вас максимально, все хорошо, и вы работаете. Если вы хотите сымитировать примерно движение крана, вы также выставляетесь какую-нибудь такую точку и дальше начинаете двигаться вниз, двигаться вверх, двигаться по кругу. И очень интересные кадры можно создавать для музыкальных клипов, для рекламы, для много чего еще. Но это окей. Дальше. Это подходит для легких камер в большей степени. Если у нас Red, если у нас Alexa, если у нас что-то покрупнее. Например, с этим мы работаем примерно точно так же. За счет веса у нас уже есть имитация этого ремня, и мы развесованы. Наша рука здесь на топ-хенде. И, как правило, это часто использованный сетап для Red или Alexa. У вас есть вот такой грип, за который вы держитесь, и вы видели, во многом это работает в таком ключе. Конечно, есть еще Easy Rig, который закрепляется и здесь крепится для того, чтобы развесовать эту всю историю и облегчить вам работу. Но если вы встанете в правильное положение, не в такое положение,
а правильно включите в спину, отодвиньте таз и будете работать в таком ключе, то вы получите, естественно, лучший результат. Это то, что касается этих всех моментов. Поэтому, друзья, если вы хотите снимать с рук круто, вот вам инструкции. Если вам понравилось данное видео, поставьте вот такие штуки, подпишитесь на канал, оставьте свой комментарий. И с вами был Эндрю Браун, канал Путь режиссера. До новых встреч!